Блин, в этой жабке так шарко сидеть. Опа, Степа! Всем привет, дорогие мои друзья! Это видео, очередное видео на этом канале. Оно выйдет после Нового года. Это видео о подарках. Покупках и подарках. Бог распорядился в этом году так, что в этом году мы все эти деньги потратили на себя. На себя любимых. И это просто не может не радовать. Единственные люди, которым я подарю подарки в этом Новом году, это мама, бабушка и Катя. Короче, поехали. Будем все сейчас вам показывать. Это вырежу нахуй, я уже несу хуйню. Кто же мне там пишет? Наверное, какой-то очередной новостной паблик. Кому я нужна, блядь? Мы начнем, наверное, с подарков моим близким. Дело в том, что у моей мамы 28 декабря был день рождения, поэтому я уже ей подарила подарок. А вот я вставлю сейчас. Это, значит, мыло Bath & Body Works. Они, естественно, перестали работать. Не переживайте, их не открыли. Точнее, наоборот, переживайте. Их нигде не открыли в Москве. Это я нашла на Авито. Либо вы можете заказать через бандерольку и всякие такие сервисы доставки с их официального сайта. Но это вам надо заморочиться. Я нашла просто на Авито. Вы вбиваете Bath & Body Works, и там есть уже поставщики, у которых уже 5 звезд рейтинга, обязательно смотрите отзывы и рейтинг, которые, собственно, закупают их из Америки и перепродают здесь на 300-400 рублей дороже. Да, дерут они, конечно, пиздец, какие большие бабки. Как же я себя люблю, вы бы знали. Я не знала, что я себя так люблю, но сейчас, когда я смотрю на вот это вот количество подарков, понимаю, что, видимо, сильно. Бабушке я подарила мыло с запахом цитруса и чего-то там еще. Маме я подарила два мыла Bath & Body Works. Одно было с бергамотом. Ну, короче, вот вы видите название, можете понять примерно, с какими они запахами. Естественно, я не могла оставить себя без подарка Bath & Body Works и взяла себе там тоже мыло. У меня есть специальная подставка такая офигенная, которую я покупала еще в московском магазине. И теперь у меня реально очень симпатично выглядит ванная. Алло. Алло, вы мне звонили? Забыла свечу вам показать сейчас. Сейчас взорвусь нахуй. Я себе заказала свечку тоже с запахом горячего какао и крема. Это нереально вкусно пахнет, действительно каким-то горячим шоколадом с маршмеллоу. Этот запах не передать словами. Он не особо сладкий, он, знаете, скорее такой кофейный. И прям зимний, то есть sweater weather тотальный просто. И, значит, Кате. Кате я дарю вот такую вот замечательную свечку с запахом berry waffle cone. Это ягодная вафля. Ну, пахнет, знаете, какими-то пончиксами, которые продаются на Красной площади, вот эти вот посыпанные все пудрой. Ну и, естественно, с каким-то таким, с примесью клубнички или голубички. В общем, что-то какой-то ягодный пончик, ягодный пирог. Нереально, офигенно пахнет. Господи, ну зачем вы закрылись в России? Ну неужели не было спроса на вас? Ну я вот в это не верю, честно. Там всегда такие были очереди, особенно когда у них были вот эти вот акции распродажи 2 по цене 3, господи. 2 по цене 3, вот такая акция. Там, ну, невозможно было в эту мегу пробраться вообще. Огромные были очереди. Зачем вы закрылись? Вы расстроили одну Лизу Мадрид. Мы на этом не останавливаемся, мы едем дальше. А следующие подарки для себя любимой. У меня, Мани Мартинс, им пришла полная капзда в этом году. И я купила себе новые. Я их купила на Авито у своей подписчицы. Потому что мне не нужны были к Новому году. У меня офигительный просто лук на этот Новый год. Ну, мне он, по крайней мере, очень нравится. Я вам вставлю вот сюда вот фотографию. И мне нужны были, собственно говоря, мартинсы черные, высокие, лакированные желательно. И я нашла на Авито девочку, которая продает их за 13500 вместо 15, как на Фарфетче. Но дело в том, что с Фарфетче они бы шли мне месяц. И оказалось, что она моя подписчица, она такая типа, ты Лиза? Да. И они мне нравятся, они меня радуют. Дальше, подарок следующий для себя любимый. Это кроссовки Данки. Nike Данки. Они вот такого вот замечательного розового цвета. Я в них сразу влюбилась в магазине, и, честно говоря, я зашла просто посмотреть. Ну, чисто посмотреть. Посмотрела. Вот до сих пор смотрю на них каждый день. Они пипец какие удобные. Мне давно советовали Данки, но что-то я как-то их, блядь, не знаю. Стоили они 9990, покупала в обычном Nike у меня около дома в ТЦ. И вот тогда я и узнала, что у меня 35-й размер ноги, а не 37-й, как я думала всю свою жизнь. Мне подарили Ликата. Это компания, с которой я работала, наверное, года полтора назад. Они делают шампуни, скрабы, бальзамы для волос. Они мне прислали вот такую вот коробку, прикиньте. Прикиньте. И я решила показать вам ее в этом видео. Хотя вообще я не планировала никуда это выкладывать, ну, потому что это подарок, типа, это не рассылка, не бартер. Ребятам, наверное, будет приятно. Мне было бы приятно, во всяком случае.
Господи, как же хочется обрыгаться. А еще не вечер. Благодаря вам этот год был наполнен яркими, креативными кадрами и контентом. Своей неповторимостью и индивидуальностью вы вдохновляете нас. Ну, это очевидно. Этот подарок наполнен уважением и признательностью за вклад в развитие нашего бренда. От всего сердца поздравляем с новым 2022 годом. Желаем приятных и светлых моментов, много путешествий. Надеюсь. И, конечно же, верных и любящих вас подписчиков. С любовью, команда Liccata Professional. Спасибо большое, это супер приятно, блин. Что лежит в этой коробке? Шоколадный wrap. Нам foil top, make it wrap. Шоколадное антицеллюлитное обертывание, блядь. Ну, спасибо, ёпта. Единственная рассылка на Новый год и с антицеллюлитным, блядь, wrap'ом. Прикольно. Оказывает мощный термоэффект, обладает притягательным ароматом какао. Ну, хоть что-то. Так, дальше шоколадное антицеллюлитное обертывание. Да что это такое? А, с разогревающим эффектом, а это с охлаждающим. То есть, видимо, сначала надо одно нанести, потом другое, и целлюлит такой. Я пошел нахуй просто. Дальше три бомбочки для ванны. Не знаю, с какими они запахами, такое ощущение, как будто с одним. И два скраба. Чоко-чоко боди скраб и чили пеппер боди скраб. О, обожаю все с запахом перца, как вы уже поняли. Это антицеллюлит, да ёпсель, блядь. Это антицеллюлитный шоколадный скраб для тела с кокосом и какао. А это антицеллюлитный скраб для тела с кофе и чили и перцем. Ребят, бомбочки тоже антицеллюлитные, я надеюсь, блядь. Чтобы он вообще охуел, этот целлюлит такой. Типа, его хуярит просто, он такой, что происходит, блядь, тут скрабы, блядь, бомбы, врапы. Бедный целлюлит, мне его реально жаль уже. Пусть остается. Следующее, чем я порадовала себя в этом году, это были духи. Я мечтала о них, наверное, месяца два. Я их учуяла на Андрея. Это Comme des Garçons Black Pepper. У меня есть целый тикток, посвященный этим духам. Рассказываю грустную историю. Сегодня в моей жизни стал очень сложный выбор: купить себе духи за 9000, либо штукатурку и всякий щит для плинтусов. И я приняла взрослое решение купить все для плинтусов. Я, блин, даже не понимаю, что я купила. Я знаю только, что вот эта шкурка, потому что продавец спросил меня, умею ли я шкурить. Я ответила, разумеется, лучше всех. Причем перед тем, как выйти из Ревгоши, я надушилась этими духами, как в последний раз. Реально, раз семь. Там даже консультант уже такая, ясно, случай запущен. Ладно, давайте сделаем вид, что я действительно искренне рада своему первому рациональному решению в жизни. Заебись. Не, это просто пиздец. Но потом всю зарплату спустила на духи. Они очень вкусно пахнут перцем. И знаете, он, этот аромат больше не женский, а мужской, но мне так стали нравиться необычные ароматы. Я в детстве любила очень вот самое сладкое, какую-нибудь Prado Candy. Какую-нибудь Prado Candy, знаете, прям чтобы аж голова болела от этого сладкого запаха. Вот эти совсем не похожи на то, что мне нравится. То есть они такие древесные. Перечная и мужские еще к тому же. Но мне так нравится. Стоили они 9900, но говно. Не, на самом деле не говно, наоборот, классно. Короче, я вытянула бумажку в Ревгоше, они продаются. Я вытянула QR-код. Не, не QR, как, блядь, иди нахуй, Лиза. И вместо 9000 я купила их за 4500. Стонкс. Следующее, чем я себя порадовала, это был корсет. Корсет я заказала просто на Wildberries, стоил он 700 рублей. Я планировала идти в белом платье на Новый год и в этом корсете. Мы обоюдно приняли решение всей конференции новогодние коприки пойти все в черном, у нас черный дресс-код. Меня порадовал этот корсет, хорошего качества. Все ссылки я оставлю внизу на все, что я вам сегодня показала. Надеюсь, у меня хватит на это сил, потому что это мое самое нелюбимое, показывать. Блять, как куда показывать? Что показывать? На жопу показывать? Ссылки вставлять. Ненавижу ссылки вставлять. Далее, я порадовала себя базовыми вещами. Я сходила в Pull and Bear, в котором я не была, наверное, класса с 9-го. И купила себе там футболку вот такую вот с котом. Она короткая, немножечко обтягивающая, но не знаю, она меня просто радует, потому что она какая-то вот базовая. В ней можно и дома походить, и летом, собственно, когда будет жарко. Стоило это все дело 899 рублей. Я купила базовую кофту, мой любимый тип кофты, если честно, с длинным рукавом, обтягивающая, черная и с такими свободным кроем, видите, вот эти вот края, то есть рукава, 699 рублей. Ремень у нас стоил 699 рублей. У меня нет ремней, кроме одного леопардового. Ну, бля, куда уже леопардовый ремень? Типа, я ношу его совсем, и это выглядит странно. Бля. Вот такой вот кругленькой пряжкой. Просто черный ремень. База, девочки, наше все. Куда мы дальше едем? Нахуй.
ASOS. Эти джинсы шли, наверное, 3 недели или 4 недели, но это в преддверии новогодних праздников, я уверена. Вот так вот они выглядят. Узкие джинсы, топ-шоп 5. У меня, если что, размер очень-очень маленький. Не в плане я худая, нет. Я именно маленького роста, 153-155, если кто не знал. И мне приходится покупать джинсы себе только в разделе 5. Это типа для маленьких девушек, для девушек маленького роста. Я думала, что они будут просто классические, типа в облипочку и все. Сзади какие-то странные вставки есть. Это мне не очень понравилось, но зато они теплые. Я в них во Владимир гонял. Ага. Я в них... Иди нахуй, блядь! Я в них гоняла во Владимир. И мне было там тепло. Хотя во Владимире было -22. Хочу сказать огромное спасибо магазину Iron by Миронова, девушка Настя Миронова, которая производит вещи для спорта. Вещи, в которые я влюблена просто уже, наверное, полгода. И только вот летом я заказала себе, наконец-то, спортивные леггинсы. Я вам их показывала. Точнее, не леггинсы, а такие капри. Почему-то у меня все время вот это вот слово теперь капри ассоциируется со словом копра. И меня это очень напрягает. А она мне решила подарить, ну, точнее, по бартеру мы с ней поработали, комплект, состоящий из 3 вещей. В этом пипец как удобно заниматься спортом. Во-первых, вы выглядите круто. Сразу, знаете, плюс 100 к уверенности в себе. Ну, это вот у меня так. Все, что не нужно, оно обтягивает. Все, что нужно, оно, наоборот, подчеркивает. То есть у меня реально вот такая вот задница в этих леггинсах. Комплект примерно стоит 1006-7. В них, если что, девочки, не потеешь, не переживайте, все в порядке. Стирается в обычном режиме спортивном. Ну, на каждой стиралке есть спортивный режим. И вот такой вот. Я пока что стесняюсь в нем ходить заниматься спортом, но для фотографий вообще топовый ништяк просто. Ну, вот такой вот разрез внизу, он так красиво подчеркивает грудь. Даже если у вас ее нет, поверьте, он красиво подчеркнет ее отсутствие. Джизус, давай. Извините. Ребенок нахуй пришел. Заходи, мой маленький мальчик. Я ебанутая мать. Спасибо большое Усманову. Это мой друг, который подарил мне вот этот шарф. Он немножечко, по-моему, антихристианский, насколько я знаю. Ну, девочка, короче, решила купить этот шарф, скинула маме фотографию, и мама такая, да на кол его посадить, блять. Ну... Я не знаю, я, честно говоря, вот даже человек, у которого супер хорошее зрение, если он вот так посмотрит на этот шарф, он ничего не поймет. Ну, непонятно, что нарисовано. Вот так, наверное, издалека понятно. А, нет, вчера дед в автобусе, я, короче, обмоталась вот так вот, как обычно, я обматываюсь этим шарфом вот так вот. И дед в автобусе такой смотрит, я снимаю наушник, думала, что он меня что-то спросить хочет. Я снимаю наушник, говорю, что? Он такой, ничего. Я думаю, ладно, опять надевай наушник. И знаете, я ему прям вот так вот, вот так мне в лицо заглядывает вот так вот и на шарф, на меня и на шарф. Я вот еду вот так и думаю, блядь, типа, надо выйти на следующей остановке. Я вышла и дошла пешком до зала, потому что вот эти вот взгляды терпеть ненавижу. Следующие покупки идут с Алиэкспресса. Это не первые мои свитера с этого магазина. У меня уже есть 2. И первый, это вот такой вот с динозаврами. Они все приемлемого качества. Да, некоторые немножко электризуются и бьются током. Но это не такая большая проблема, на самом деле, для меня. Просто покупаешь антистатик, типа, и все окей. Следующий, это вот такой вот. Немножко дрейнерский. На нем написано Bangalore. Хуй просы, что это значит. Тоже приятный. Он скорее, он уже, знаете, он мягкий. То есть, если тот был как джемпер, просто классический, обычный, вязаный, то этот мягкий, немножко даже плюшевый такой. Последний свитер. Это вот такой вот немножко Ян Лин стайл. Мне очень нравится. И цвет у него симпотный. Сочетание вот этих вот цветов. Полный какой-то дизайнерский разрыв Рафлана ебала. Извините за мат, блин, очень много мата, да, стало на этом канале, я постараюсь не выражаться. Елизавета, я поражена скудностью вашего кругозора. Далее, Салика. Я заказала себе, вон вы видите сзади, светодиодную ленту. Ее прикол в том, что есть специальное приложение, в котором вы включаете музыку, и цвет меняется, и, собственно, ритм меняется. То есть прям подстраивается под музыку вот эти вот сияшки. Это очень прикольно. Но я планирую их повесить в ту комнату, на самом деле, по плинтусу, вот так вот их, оп, потому что в этой у меня уже есть неоновая лампа, вот эта вот наверху, пусть гости покайфуют, мне кайфа хватает в этой жизни, хватит уже, покайфовали. И вот такая вот штучка, многие спрашивали меня, что за свет на одной из моих фотографий в Инстаграме, вот сюда вставляю фотографии, раз, два, три,
4. Это все сделано с помощью вот этой вот лампы. Она как бы линза идет, да? Я очень долго не могла с ней разобраться на самом деле. И к этой линзе у нас прилагается 5 разноцветных кружочков. Вы откручиваете вот этот момент, вот так вот откручиваете, снимаете вот эту лупу за лупу, вставляете туда кружочек, закрываете лупу за лупу и закручиваете эту вот штуку. Фотки получаются офигенными. Я хотела на самом деле на этот видос поставить еще какое-нибудь классное освещение, но я так подумала, мне кажется, вот этого достаточно, как вы считаете? В следующих видосах буду экспериментировать и пробовать вот эти вот сияшки. Я стала разговаривать как ТПшка. Недавно я своего друга назвала Зай. Я очень сильно набухалась. И я сижу и такая, он что-то не мог там включить музыку на телефоне. И я такая: Зай. И он такой: Че ты, блядь, сказала? Чего ты, блядь, сказала? И я такая: реально, какой сюр. У нас осталось совсем немножко. Совсем немножко. Одно платье осталось новогоднее, в котором я сегодня пойду на Новый год. Девочки, мальчики, вы узнали, как я переживаю этот Новый год, первый, который я встречаю со своими любимыми, блядь, друзьями. Я так вообще рада, что у меня сейчас в жизни все очень хорошо складывается, и что я общаюсь с хорошими людьми, а не с теми, кто как-то связан с моим прошлым, с моим плохим прошлым тем более. Вот, я очень рада, что люди со мной общаются. Я даже не верила раньше, если честно, в то, что со мной можно дружить, и меня можно ценить как друга. А сейчас я вижу вот этот вот неподдельный интерес, типа, ко мне от друзей. Это пиздец как приятно. Ребята, я так вас всех люблю, блядь. Ебанешься. Платье на Новый год, которое я подшила. Изначально это платье выглядело вот так вот. Я прислала его своей подруге и говорю, типа, как тебе? Она говорит: прикольное, но, по-моему, длинновато. Я загналась и пошла, отнесла его в ателье. Уберите, пожалуйста, типа, длину. Она говорит: сколько сантиметров? Я говорю: 10. Внимание, как оно выглядит теперь. Я идиотка! Идиотто! Надо было убирать сантиметров 5, потому что в нем теперь не согнешься, не прогнешься. Реально, мама такая очень красивая, Лиза очень красивая, но не нагибайся. Это платье Love Republic, оно стоило 4600 рублей, размер у меня 40. Но вот видите, проблема как раз платьев Love Republic, привет, как будто делают на очень высоких девушек. То есть типа от 170, а я уже говорила, какого я роста, давайте не будем капать мне на больное. Мы вам желаем хорошего года. Ему похуй на вас, абсолютно. Ему лишь бы вот в бумажке поиграть, в чеки. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Да, пишите, что вы подарили, какой, точнее, у вас самый запоминающийся подарок. Возможно, вам подарили какую-нибудь, не знаю, путевку на Бали или что-нибудь такое. Если такие люди есть, пишите об этом в комментариях, я вас люблю. И ждите от меня новых роликов и крутого контента в этом году. Надеюсь, что мы со всем справимся. И вообще, наше хорошее настроение не покинет больше нас. Пока.